дорогие друзья. Закончился последний день гастролей квартета Дэйва Брубака в нашей стране. Впереди у них еще концерты в Таллине, в Ленинграде. Мы пожелаем им счастливых гастролей, больших успехов. А вам я желаю и себе тоже, чтобы мы еще не раз слышали с вами замечательных мастеров джазовой музыки. Во втором отделении ансамбль Дэйва Брубака исполнил композиции «Give me a hit», «Дай мне шлягер», «Дай мне популярную песню». Затем был блюз для... Простите, пожалуйста, затем была мелодия, написанная братом Дэйва Брубака, Хауардом Брубаком. Она была посвящена его супруге Джуни и называется «Тема для Джуны». Затем был блюз для Ньюпорта, знаменитый блюз Дэйва Брубака, посвященный Ньюпортскому джаз-фестивалю. После этого был отрывок из мюзикла «Настоящие послы», «Real Ambassadors». Та песня, которая называется «Король на день», где Луис Армстронг поет, что если бы я был королем всего мира хотя бы на один день, и джазмены заняли бы место дипломатов, тогда мир смог бы, наконец, отдохнуть. Короче говоря, такая мелодия, если бы директором был я. А затем была исполнена пьеса, которую вы хорошо знаете, «Take Five» Пола Дезмонда на 5/4. После этого уже на бис квартет сыграл «Садись в поезд А» Билла Стрейхорна. Затем была снова пьеса на 5/4, которая называется «Unsquared Dance», не квадратный, не костный танец. И затем был исполнен «St. Louis Blues» Уильяма Хэнди и закончил свою программу сегодня квартет Дэйва Брубака исполнением пьесы, название которой я забыл. Это была пьеса «Блю Ронда а-ля Тюрк». Блюзовая ронда по-турецки Дэйва Брубака. Спасибо вам, друзья мои. Благодарю вас. Всего хорошего. До новых встреч на концертах мастеров мирового джаза. До свидания.